Так, психанул. Жестко, жестко, жестко. Жестко. Так, а это что у нас такое? Вот что реальные люди в России хотели бы спросить, но Путин ответит только на подставные вопросы. Ну-ка, что? О чем вы хотели бы спросить президента на прямой линии 14 декабря? Когда мобилизованных домой отпустят. У меня ребенку 18 лет. Насчет войны меня интересует. Я ребенка родила не для того, чтобы войну отдать, и потом, чтобы мне кровь привезли. У меня одна тема про пенсию. Почему у нас в России маленькая пенсия? Когда закончится война? Когда он, простите, ребят, не надо, когда он сдохнет. Когда будет победа? Когда закончится война? Хочу, чтобы был мир во всем мире. Как... Почему пенсионер так мало пенсии получает? Ну, глобальные вопросы, а он один. Когда закончится все это? Он еще в холодильнике или нет? Спасибо, Гава. Чё, блин? Закончится война, чё? Парни гибнут, блин, один за одним, знаешь, идут чисто ради денег, и как бы деньги того не стоят, мне кажется. Ну, главный вопрос, какой бы ему задали? Вопрос, вы Путин? Вот, главный вопрос, всё. А вы себе думаете, что это не он сейчас? Ну, подозреваю. Нейросеть. Почему подозреваете? Хрен его знает. Как-то подозреваю. Пусть он сам себе задает там вопросы и живет сам, как говорится, в своем бункере. И не, пусть не вылазит, ладно? Пошел на три буквы. А что лицо не замылили? Почему? Я ненавижу это государство. Пенсионеры вынуждены в магазинах воровать. Ну не воровать, а просрочку брать на помойке. Детям опять... Когда магазин выкидывает просроченный продукт. Операции делают. У меня отец от этого умер. Дальше что? То есть вопросов нет, пусть он идет просто на три буквы. Убрать бы его. То есть он там на поставленный же самому себе вопрос, он там даст ответы. А... Собственно, это же пресс-конференция его, наверное, предвыборная. Там речи об общественном мнении не идет. Поэтому и в голову, наверное, какие-то вопросы не приходят. Владимир Владимирович, а когда вы, как вы займетесь вот такими вопросами? Или перенаправите кому-нибудь, что? Чтобы занялись этим вопросом? Чересчур высокие проценты по ипотеке. За него голосуете или нет? Нет, нет. Почему? Да нет, ну он себя показал с плохой стороны. На прямой линии. Когда? О, 14. Зумеры. Ну и что, давайте, что расскажете? Привет мне хоть передайте. 14 декабря. Не, я знаю, это вопрос. Завуалированный. А? Не знаю, наши. Плохое бы спросил. Я считаю, все люди патриоты своей страны. Я считаю, то, что Путин нас сведет на дно. Потому что люди будут, ну, тупеть. Честно говоря, и просто будут? Им будут говорить, какая позиция, они будут верить, и мы будем потихонечку умирать. Мы уже. Вы бы на прямой линии через месяц, нет. Мы бы задавали вот эти вопросы про коррупцию, про дно и так далее. Я думаю, даже если спросит, он что-нибудь, как обычно, ответит, и потом забудет о том, что его вообще-то спрашивали. Я не уверен, что он вообще способен... Какой ты шо, он там ручкой в тетрадку все записывал, вообще-то. Мать, о чем его спрашивают. Всей душой... Преклоняюсь перед ним. Россия давно ждала этого человека. Дай Бог ему здоровья, сил на благо России. Вы Владимир, преклоняетесь? Я преклоняюсь перед этим могучим талантом, который Россия ждала многие-многие века. На материнский капитал. Вот. Я не могу пользовать его на то, что я хочу. Вот единственное, вот это. То есть вы бы у него спрашивали по деньгам? Да, да, вот по деньгам. А я из тех людей, которые меня... Алло, как там с деньгами? Какими деньгами? Устраивать так, как есть. Я СССР, и поэтому... Вы готовы затянуть пояса? Да. Спасибо за то, что есть. Неожиданный вопрос. Понятно. Когда вы уйдете на пенсию заслуженную, не на пенсию, на отдых заслуженный. На отдых заслуженный. На отдых. То есть главный вопрос бы как вы ему лаль. Такой задали. Да. Почему отдых? Что он уже все достал? Честно? Да. Чем? Чем именно? 24 года власти, по-моему, хватит. То есть вы бы ему сказали, Владимир Владимирович, уходите. Да. Он бы прислушался к вам или нет, как вы думаете? Конечно. Он прислушается
к 5-миллионной аудитории, если на улицу 1 миллион человек выйдет, 2 миллиона человек, вот в Москве выйдет, если это будет ощутимая, ощутимая масса людей, которая скажет ему: уходи. Но... А ничего не выходит, как вы думаете? Вот они идут. Время такое. Не знаю. Не знаю, сложно сказать. Ну да, сейчас мы все в чат напишем: уходи. Он увидит и уйдет. Ну, как-то так, короче говоря, видите. Не все в России такие. Есть адекватные люди, оказывается. Даже взрослые, представляете, даже взрослые. Хотя почему даже? Сейчас зумеры куда больше, блядь, ёбнутые, чем взрослые. Ну ладно. Kanye West назначил Гошу Рубчинского главным дизайнером